Орбита – торговый комплекс, знакомый почти каждому горожанину. Среди гор снега и льда островками безопасности для покупателей выступают лишь очищенные ступеньки и территория банка. Все остальное – обширное поле для деятельности санитарной комиссии. Оставлять предписание мы отправились прямиком к администрации. Вам тогда необходимо всю свою территорию прилегающую привести в порядок. Нужно отбить вот этот вот снег, попробовать. Ну, постараемся. Мы вначале чистили, потом в какой-то момент много снега выпало, оттепель, и как-то вот затвердело, и потом уже очень трудно очистить. Ну, очень дорого у вас снега. Срок для исполнения – до 1 марта. В противном случае в ход пойдут протоколы и штрафы. Хотя замдиректора фирмы заверила нас, что все будет исправлено. В ходе рейда в этот день были проверены и придомовые территории. Они по-прежнему находятся на особом контроле. И отделаться рассуждением о скорой весне никому не получится. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.